А, не горит, потому что было бы слышно. О, потухло уже. Выгорело. А, сзади! Зараза, я не увидел! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Васаби, Думгай, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самая крутая рубрика на моем канале, аниматроники, пугают охранники. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сегодня у нас очень, ребята, классная серия будет, потому что будет два аниматроника и два охранника. Будет очень жестко, и как и обещали, сегодня у нас будет пилпаки с игры Security Breach. Так, я уже слышу, кто-то идет. Стоп, это у нас проверка тестовая. Все работает, двери работают. Я там вижу кое-кого. Они, кстати, очень громко разговаривают. Очень громко. Я закрою. Да-да-да, только сказал, уже. Так. Уйди. Фокси жесткий, очень жесткий. Кстати, есть аниматроники, которые очень быстро ходят, и они смогут нас обмануть. Там кто-то есть? Я вижу его руки. А ну, руки убери, говно. Закрой, закрой. Ты что? Я чуть не умер от страха. Уйди отсюда, Фокси. Очень жесткий, хвостя раздор... Ого, у него лапы, как моя голова. Там стоит кто-то? Да. Нам повезло, что он нас не убил. О, стоит, жопу нам показывает, все, ушел. Отлично. Можно открывать. Стоит, стоит. Он медленный, очень медленный. Ой, получили, надо все вместе жмем в двери. Ребята, настроение отличное, не забываем подписываться на канал, ставить лайк и написать крутой комментарий, потому что самые классные комментарии попадают в топ комменты в начале ролика. Так, осторожно, осторожно. Они сегодня злые. Идет, Луна, идет. Закрывай. А, закрывай, блин! И своего убил. Так, никого тут нет. Будь внимателен, очень внимателен. Они очень быстрые. Я хорошо просмотрел. О, вот, подожди, он, уже, он вроде как бежит, а вроде не бежит. Так, ну нафиг, я его боюсь. Так, осторожно. Бежит. Закрывай. Интересно, кто из них самый быстрый? Ребята, напишите в комментарии, какой из аниматроников Security Breach самый быстрый. Кстати, это хорошая идея, чтобы снять эту рубрику. Какой аниматроник самый быстрый? Кстати, ролик, где мы сняли, какой аниматроник из Security Breach самый крутой, очень сильно всем понравился. Набрал уже 40 с чем-то тысяч. Даже, наверное, 50 тысяч на это время. За пару часов. It's possible. Ого, он громкий. Ну-ка. Нам даже, видите, ребята... в эту ночь выдали пистолеты мощные. Только меня не застрелили? Не, не буду. Кстати, глушитель можно накручивать. Да ладно. А как так-то? Сзади стоял, наверное. Да? Дали, теперь нам, ребята, два пистолета дали. Что мы могли их всех мочить. Потом топор и оружие будет повышаться все больше и больше. Открываем. Опа. Я не понимаю, он бежит или не бежит? Он очень... Да ну тебе нафиг, как-то странно идет. То бежит, то не бежит, то не бежит, то бежит. Можно и запутаться. Главное, что, ребята, настроение отлично. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и так само улыбаетесь. Без причины, как и мы. А он медленно, он не добежит. Закрывай! Да блин, давай по очереди. Короче, давай твоя правая дверь, моя левая. Окей. А потом поменяемся посреди смены. Кстати, нам еще надо будет обход пойти сделать. Обстановку разведать. Опа, Луна прибежала. Блин, он такой громкий. Прямо аж, знаете, уши щекотит. Такое именно классное воспроизведение аниматроников просто на высоте. Стоит, танцует. Да дурак, что ли? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это Рокси? А нет, это Чика. Чика-чика-чика. О, кстати, еще можно будет рубрику снять. Угадай аниматроника по звуку. А? Какие рубрики я попридумал, которые раньше мы записывали. Надо все возвращать, потому что это очень всем нравится. Бежит. Закрывай, 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 молодец. Блин, я запутался. Интересно, жизнь не нормально отнимает мое оружие? Так, закрывай. Господи. А что он меня не убил? Это очень странно. Так, подожди, подожди, у нас есть... О, топор. Успел. Надо их топором гасить. Вот так вот. Кстати, очень странно. Бью по стеклу, а звук топора. Очень странно. О,
солнышко пришло. А я стою и пляшу возле окна. Ай, бежит! Закрывай! Так, надо оружие. О, дробаш. Дробаш — это вообще мощь. Перезаряжаемся. О, гильза даже упала. Слышали? Внимательно, стой. Угу. Так, я вижу, он там стоит, танцует. А! Блин, я хотел запрятаться, когда он будет идти со спины его угасить. Я закрыл. Ты молодец. Ты справился. Их двое пришло. Один солнышко, один луна. Это очень круто. Ребята, сейчас мы возьмем секретное оружие, которое я очень люблю брать в роликах. Страшно. Так. Надо ходит открыть дверь. Подожди, подожди, не открывай, внимательно будь. Стой. Да что ж ты мой не впустил? Я не туда. Че, он дверь умеет открывать? Нифига себе умный аниматроник. Двери открыл и ушел. Я даже не хотел возрождаться, потому что я какие-то они стрёмные очень. Так. Кстати, тут двери быстро, да, срабатывают в этой карте? Да ну тебя. Да господи, дверь... Дверь застряла, я видел. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Открой. Он добрый, видишь? Если нож не дать, уйди. Дима, заходи быстрее. Открыли! Я удалил, я застрял в лампе, прыгнул! Да ну вас, ну мужики! Я закрываю. Блин, я так дернулся сильно! Да чё они такие злые? Мы же хотели, чтобы они добрые были. Так, хорошо. Нет, не тут мы по-самому так поставим. И... Так. Надо следить. Ай, он зашел, я не успел удалить. Да ну, все, зашел, зашел, вали. А он добрый, добрый Фредди, он же не убивал. Ай, какой добрый. Это нас Фредди убил разве? Нет, это не Фредди. Я же думаю, как это Фредди нас убил? Он же наполовину добрый. О, я знаю, ребята, что надо сделать. Сейчас. Мы сейчас возьмем классное оружие. Я всегда люблю его использовать в роликах. Так. Как индикатор, где они идут. Дядя Куёка, ты... А как он не умер? Да закрой двери, эти вонючие. Блин, он так громко разговаривает. Ой, это кто? Вот челюсть, как у человека. А чё они взрываются? Непонятно. Очень странно. Я думал, она будет взрываться. О, сзади танцует, видишь, головой вертит. Клоун. Я вижу, рука его просачивается здесь. Так, не открывай, не открывай, не открывай. Они очень жесткие. Зайди, сейчас по жопе получишь. Ой. Дверь, дверь. Угрожал человек. Ой, это горит, Дима, горит! Горит! И еще раз взорвал. Ничего страшного. Ой, извини, я тебя там. Извини, обстоятельства. Он тебя сейчас убьет. Не убивает? Я убегаю, все, спрощайте. Нифига себе, пиццерия. Все. Ну так и должно было быть иногда. Но у нас теперь. Все, сейчас тухнет. Это же противопожарная система, я сейчас все затушит. Надо это не противогаз, а надо взять это. Огнетушитель. Так. Дверь. О, я могу говном кидаться по аниматроникам. На тебе, дерьмо. Ей взорвалась. Это индикатор, что он пришел. Так, тушим аниматроника. Так, давайте еще раз возьмем это оружие. Ребята, кто помнит оружие монетку? Напишите в комментариях, мы помним. Или плюсик. Посмотрим, сколько нас олдскульных смотрит. Я сейчас буду, короче, их монеткой гасить. Раз они такие жесткие... Ой! Ай, блин! Да монетка, блин! Чё такой кабан здоровый? Вот просто жесткий вообще кабан. Так, монетка. Левый давай. Сейчас только кто-то будет идти, я буду гатить монеточкой. Проверим. Фу-ху-ху-ху-ху. Ой, там бежит кто-то. Подожди, стой. Прибежал. Я вижу. Вот. Ребята, напишите комментарии, как зовут этого аниматроника. Вы знаете?
Ты знаешь, Думгай, что это за аниматроник? Ой, я не помню. У нас же, ребята, два пилпака на Security Breach. Они очень крутые все. Некоторые разговаривают, а некоторые не могут разговаривать. О, своим... А ну отойди по нему гахну. Отойди, отойди от окна. Блин, просрала, еще раз. Да. Зачем монетка просирает? Ну это стекло. О, стекло. Там же нет никого. На. Нет, есть. Есть, убил. Убил аниматроника. Меня убивает еще. Там тут тоже никого нет. Сейчас кто-то будет идти, я сразу загашу. Сразу, только кто-то будет идти. Так, вижу. Не убил. Есть, убил. Так, Дима, проверь, пожалуйста, правую, я не хочу. А ну отойди, через дверь стрельну. Ай, стреляй. Ай, блин. Двоих убил, а я нет. А! Хорошо, что закрыл, молодец. Вот это веселье у нас. Люблю такие серии, где можно повеселиться. А особенно отойди. Пожрать. Ой, поржать. Отойди. Мне надо смотреть туда. Еще. Ага, понял, понял. Так, два дня не монетку, потому что монетка что-то очень жестко. О, я знаю, какое оружие надо взять. Так, 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 нет, это тоже жестко. Ядерный взрыв нет. Бежит. Пригвождатель. Давай я открою дверь, там есть. Давай, я пригвожду сразу. Раз, два, три. И меня. Ну, извини. Все, готово, готово. Подойди, посмотрим, убьет или не убьет, подойди. Я не могу ходить. А, понял, сейчас исчезнут. Я еще пока попригвождаю. Пригвождатель где-то держит секунд 20, где-то так, ну, приблизительно. Теперь еще. А ну, иди, иди, все. Не убивай! Плохая. Че, хочешь у меня слуха лишить? Так, стоп. Все, закрывай, пусть стоит. Пусть постоит, подумает над своим поведением. Я, короче, взял огнемет мощный. Так. Ой, знаете, что если огнеметом вот так полить лужу, да? А потом ее поджечь, она будет гореть. Смотрите. Интересно, за дверь туда горит? Наверное, горит. Давай откроем, и аниматроник зайдет. Ой, я забыл, что если паром лупан... Ой, ой, извини, я не хотел, блин. Ну, ты видишь, умный человек с тобой, охране попался. Челлендж называется «Проживи в этой комнате». Да что ж оно так долго горит, тушись. Ладно, постоим, подождем, пока оно прогорит. А ты не умираешь? Да я стою в углу. О, там аниматроник тоже горит. Нифига себе пламя. Так надо быстро брать огнетушитель. Так туши, туши. О, молодец. Ой, спасибо тебе, все, возрождаюсь. Так. Отойди, отойди, я полью здесь все, короче, этим газом. Ой. Там просто этот шел. Интересно, через окно палится? Нет, не горит. Кстати, мы еще аниматроников не жгли. Там есть кто-то? Да, там есть, я видел. Туда они жестко на нас нападают. Руку убери, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас жестко будет. Плохой смотрите, аниматор. Смотрите. Все, закрывай. Я там поджег прям целую эту тропинку. Ого, аж подлагивает икра немножко. Все, никто не пройдет там. Вот это там пламя. А ну попробуем туда вот так подлить. Будете через дверь поливаться? И вот так вот сюда и поджигаем. А ну проверь, горит там за дверью или нет? Я не вижу, я не могу заскочить тут. А, не горит, потому что было бы слышно. О, потухло уже. Выгорело. А, сзади! Зараза, я не увидел! Ты что так пугаешь? Ты хочешь... Блин, у меня когда-то сердце так схватит. Так, а там еще... Жестко, вот это вообще психи, блин, ненормальные. А, зачем ты открыл? Да я же видел, что там никого нету. Они обманывают нас. Аниматроники — обманщики. О, у нас другой огнетушитель есть. Смотри. Ой. Господи. Закрывай. Тут еще солнце. Ой, Дуди, Додик. Вот это жестко. Ни за что нельзя в притирку его гахать. Ого. Вот это мощь. А ну тут. Два солнышка пришло, представляете, что творится? Они же ушли?
Нет, еще стоит. It's past your bedtime. Так, саморисованная. Блин. Поджог пиццерию. Все, уходите, заразы, мы вас боимся. Но мститься мне будут. Так, ребята, что у нас еще из оружия есть? Лазерные мечи, наверное, не пойдет. Закрыл. О, у нас в Counter-Strike есть оружие классное. Горящие гранаты. Открывай. А! Она горит там? Да, горит, отлично. У нас еще потом, ребята, есть красные гранаты. Сейчас мы этими поиздеваемся, потом красные будем кидать, чтобы повыживать все-таки. Ушли, не ушли? Подожди, стой, дай тут посмотрю. А, я не могу запрыгнуть. Паутина мешает. Ну давай. Тут есть. Ой, запрыгнул. И там есть, стоят, представляешь? It's past your bedtime. Я вижу. Пусть постоят. Все, два солнышка. Сейчас украдут цыгане. Не бойся, это цыганские фокусы. Короче, давайте сразу будем играть на красные гранаты, чтобы было веселее. Так. Так, сейчас мы их выдадим себе побольше. Закрывай. Так, ребята, сейчас мы прям жестко сделаем. На тебе тоже. Где ты? Я. Только кидай подальше, чтобы мы когда возрождались, не умирали. А, он тут! Ай! Да ну, заразы! Ой, его жизнь отталкивает, граната пройти не мог. Прошел, да ладно! У Дим, смотри, как колбасит. Лампочку? Да. Да вы, блин, да ну спасибо тебе. Ого, лампу колбасит, что дискотека у нас там. Так, выдаем себе еще раз все-таки. Да ты что, кидать их не умеешь? Да. Ну, ты такой же профессионал, как и я. Закрывай, блин. Да господи, застрял. Ну мужик, ну не трогай нас, мы тебе хлеба дадим. Васаби, уйди. Да че он такой страшный? Все, потанцевал? Молодец! Хороший пранк. Хорошо. Так, закрываем здесь двери. А тебе тоже побольше. Закрывай пока двери. Так. Сейчас подловим, когда они будут идти, короче, и будем кидать их. Да подожди, я посмотрю, там никого нету. Стоит! Я вижу! Так, уйди. А он добрый, этот не убивает, кстати. Пусть с нами потусуется. Все, мы тебя взяли в плен. О, зараза, своего пустил! Представляете, какие неумные, они могут сами себя выпускать и запускать. Вот обманщики. Не доверяйте им, патронам, даже если они добрые. Кстати, мы ни разу не проверяли, можно красными гранатами ядерную взрывать бомбу или нет. Ничего, мы в этом серии, в этом ролике мы проверим, можно взрывать красной гранатой ядерку. Так, вдвоем стоят, синхронно. У тебя красные гранаты есть? Нету. Да. Все, теперь есть. Только не спеши, не открывай, он там. Я знаю. Я тут посмотрю. Они бесшумно ходят, их реально не слышно. It's past your bedtime. Да, уже трындит. Трындец. Угу. Так, я знаю, что тут можно посредине стола как-то запрыгнуть. Так, подожди. Ну давай, стол, пусти меня. О, уходит. С твоей стороны. Стой, не спеши, не спи. Ушел? Нет. It's past your bedtime. А, хитрый какой. Ах ты хитрый. А, все, прибежал. Смотри, я сейчас буду... Сейчас он уйдет, я сразу дверь буду открывать и кидать гранату. То сейчас только он уйдет. Все, я открываю дверь, смотри. А я пошутил, я не открываю дверь. Повелся. А там есть кто-то? На, я успел кинуть. Ай. Ну блин. Так хорош. Ты гранату кинул, как профессионал настоящий. Сразу люблю играть в профи. Ребят, если вы хотите в нашу команду, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Любой может с нами записать классный ролик. Все? Все, отлично. Так, теперь мы делаем тест, как я и хотел. Мы сейчас поставим ядерную бомбу и кинем красную гранату и посмотрим, выживем мы или нет. Вообще, взорвется она или нет? Мне это очень интересно. Все, отходи. Так, аниматроники, можете, пожалуйста, быть добрыми? Ну все, ребята, прощайте, вам жопа. Есть, можно! И аниматроники, все взорвалось.
Хочу сказать, в этом ролике аниматроники победили, потому что они столько раз убивали нас и обманывали, что, в принципе, охранники сегодня слились, как щенки. В принципе, что сейчас и происходит. Побери, не возрождайся. Хорошо, хорошо, понял. Я сейчас поставлю в длинном коридоре, чтобы мы видели, где он. А! Блин, она сзади стояла, я даже не ожидал. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Растишка, Пика, как всегда, отличное настроение, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Мы скачали новый пилпак на Security Breach, если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Решили мы поставить на этом режиме карту FNAF 2, так как давно мы не записывали FNAF 2, и я надеюсь, это очень будет прикольно, вы поставите лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий. И кто хочет с нами записываться, ходите в наш Discord. Так, ну что, кибитка наша работает. Кстати, ребята, мы скачали уже все-таки тот мод, когда двери можно поломать. Но через время они восстанавливаются. Давайте я вам покажу, как они ломаются. С одного выстрела, что ли, вынесло? А ну давай, давай, давай. А ну можно их сейчас открыть? А ну стой, не стреляй. Все, дверь поломанная. Ух, прикольно вы ее вынесли. Так что, ребята, многие писали, чтобы мы поставили этот мод. Я, кстати, видел там аниматроника, он зашел. Кстати, Security Breach — это просто гигантские аниматроники, которые разговаривают и убивают моментально. Надо быть очень осторожным. А, вижу! Вижу, там Монти! Быстрее, быстрее, дверь восстановилась! Закрывай, закрывай, закрывай! Да, он пошел. Он пошел. Он просто гигантский. А ты маску взял? О, давайте маску возьмем, точно. Все, ребята, смотрите. Я забыл, что есть маска. Если в маске, наверное, убить нас не сможет. Ну, это... Сейчас мы это, ребята, вместе с вами и проверим. Так, идем по пиццерии прогуляемся. Сделаем обход часовой. Целый час... А, луна. Быстрей. Эй, дверь на меня. Маска. Маска, маска, маска. Так, стоит, танцует. Ты дурак, что ли? Прикольно. Ого, анимация. На руках ходить может. Офигеть. Я этот пилпак ни разу не видел. Если вы хотите, ребята, чтобы мы сняли обзор на этот пилпак, поставьте плюсик в комментариях. И мы посмотрим, если будет 100 плюсиков, мы сразу снимем обзор на этих аниматроников. Какой аниматроник Security Breach самый крутой? Дима так уголовно 360 градусов делает. Да? Да. Рокси. Заходи, заходи. Стоим. Ой, она поломана. Ого. А ну можно, интересно, выбить ее так? Не, не выбивается. Ого, она стрёмно. Давайте сюда зайдем. Так, стоит. Не трогай, я хорош. Пока мне все, ребята, очень-очень спокойно. Аниматроники какие-то такие дружелюбные. Даже не убивают нас. Бежала, побежала. Так, отлично. Упси. Никого нету. Так, давайте сделаем обзор по туалетам. Может, кто-то здесь запрятался? Нет, никто не запрятался. Ой, он солнце взял. Ой, побежал, побежал. Блин, мгновенная смерть. Я думал, кстати, будет какой-то скример, а скримеров никаких нету. Тихо-тихо. Чё его так колбасит? Вот это жестко. Смотрите, на руках ходит по вентиляции. Такого еще не видел. Это прям вообще сильно. Так, ребятушки, будем брать порталы, чтобы было веселее. Давайте сделаем здесь портал. И здесь портал. Мы теперь сможем наблюдать. О, он идет. Идет? Он идет, Дима. А! Блин, я так дернулся. Ты псих, что ли? Так. Побежал? Быстрее. Эй, это ты портал поставил один. Откуда этот портал взялся? Еще раз. И два здесь в кибитке поставим. Давай проверим, он пройдет портал? Нет. Дима, я придумал, как можно сделать. Как? Так, выйди, вот я знаю. Так, как так, так, давай, давай. Вот сюда. Вот сюда. Все.
Если он будет на нас бежать, может сразу вот... Хорошо, хорошо, понял. Я сейчас поставлю в длинном коридоре, чтобы мы видели, где он. А! Блин, она сзади стояла, я даже не ожидал. Чё они такие гигантские? А неужели они такие большие? Давай быстрее, Дим. Опа, молодец. Классно порталы поставил, мне нравится. Отлично. Ой. Короче, если они, ребята, будут очень сильно мочить, мы будем использовать пригвождатель. Но пока мне все нормально. Пока мне с ним мощно. Вроде уж... Нет, стой. Дверь! А, закрывай! Хе-хе, осторожно! Эй, здоровенная. Шла? Бегаем, убегаем. Димон, к тебе идет. Ничего страшного. Я тебе, я все вижу. А! Застрял! Блин! Застряла во мне! Жесть какая! Так, а ты не ставь портал, не? Сейчас поставлю. Так, я вот там давай поставлю один. И здесь один поставлю. Ну, аккуратно. Так, я здесь стою, если кто-то будет идти, я увижу. О, идет! Очень медленный. У тебя нафиг, я тебя боюсь. Так. Отлично, идет. Ой. Ой, один на один наложился портал. Кстати, вы еще не проверяли, как они работают. Это два портала, как-то странно это все работает. Так, он не может в вентиляцию заходить, но знаю. Он гигантский просто. Он около меня, Дима. Я вижу, я вижу. Вот это он здоровый. А что они не разговаривают? А, этот аниматроник не разговаривает. Не, не может в вентиляцию зайти. Просто какой-то гигантус. Балабантус. Ушел, ушел. Обиделся, наверное. Ну тебя нафиг, в портал еще зайдет. Побежал такой. Да-да. Держка. О, заговорили. Ребята, напишите в комментариях, как этого аниматроника зовут, который к нам сейчас идет. И кто напишет первый, вставлю в комментарии в начале ролика. Идет, идет. Не успеет. Я удалил. Так, если что, я здесь поставлю. Я удалил. Я банул. Блин, классный рейд с порталами. Очень круто, очень. О, я знаю, что надо сделать. Я знаю. Half-Life. Так, ребята, сейчас мы будем делать заподлянки. Он что думал, просто так все? У них же жизни есть? Есть. Ой, случайно кинул. А, я понял, Дима, что ты хотел сделать. Сейчас я сделаю. Все отлично, мы здесь минируем. Все отлично, лазер загорелся. Давайте здесь, чтобы он не мог... А, все, у меня кончились, надо еще выдать. Сейчас, ребятушки. Сейчас мы все сделаем. А, идет, о, идет, 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 сейчас будут взрывы. Ой-ой-ой. Ой! Ко мне ползет. Взрись! Трогай меня. Тихо, тихо, тихо. Кидаем, кидаем. Никого трогай нету. Меня. Он там? Да, он ко мне. Вот это мощный взрыв. Ну, да. Сняло мало. Мало сняло? Да. Еще на. Ой, он ползет. А он ползет. А, сработало! Так, 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 я буду уклоняться, через столы буду убегать. Блин, тут пиццерия немножко горит, но ничего, сейчас потухнет. Ого, звуки он стрёмные издает. Потому что он без ног. Без ног, да? Да. Кидать все. Мы должны реально в этом ролике хоть одного аниматроника замочить. Так, давайте взорвем. Ого, это было мощно. Красиво горит, красиво все, четко. Рио черное. Где он? Слышишь? Я слышу звуки. Блин, он стрёмный. Ставь быстрее бомбы, уходи. Ай, блин, на расстоянии убивает. Блин, а мне теперь ночью снится будет. Чё они такие страшные? It's past your bedtime. Молодец. Я тоже давай поставлю здесь. Чтоб никто не прошел. Интересно, есть такие какие-то... Да-да, а есть такие бомбы,
которые более мощнее взрываются. Интересно, есть такие моды? Ну, есть граната, типа. Так, я ставлю здесь. Так, отлично. Так, сейчас мы возьмем одно классное оружие, которое будет его очень сильно сдерживать. Идет! Идет. Так, сейчас я выберу, ребята, оружие офигенное. Сейчас, вот, вот оно. На! Где оно? Где он? Он в вентиляции, походу, сейчас будет. Я видел, в комнате, вот же у нас камеры есть. Блин, мы же забыли за камеры. Он идет. Да блин, уничтожил. Че у него жизни не занимают, не отнимаются? Слышь? У него 10 тысяч хп. На. Прям в спину его кинул. Ну а что он хотел? На, попей. Отлично, отлично. Мы их сейчас закидаем, короче, здесь проход. И он не сможет к нам подойти никак. Оно будет его отталкивать. А он может пробежать. Не сможет, не сможет. Оно будет отталкивать сильно прям. Отталкивать будет по-любому. Вот сейчас мы это и узнаем вместе с вами. Ох, там красное уже все. А, пригвоздил. Молодец. И буду его в это время гранатами закидывать, чтобы мы его смогли убить. О-о-о, а что это с ним? А что это с ним? Ха-ха-ха! Он полетел. Так, мы сейчас еще выдадим. Как думаешь, сможем убить? Да. Конечно, столько хп снимает. А, ну все, он умирает. Отлично, прям в ноги. Мы должны убить это... Все, мы смогли убить аниматроника. Ребята, мы добились своей цели в этом ролике. Мы красавчики. Так, теперь мы будем еще ему что? Давай бомбу заложим. Давай. Будем издеваться над аниматроника в этой серии. Все, бомба заложена. Только не знаю, через сколько она взорвется. Но она взорвется. У нас еще есть Counter-Strike бомба. Давайте ее тоже заложим. Во. Успею. Блин, на... сам на своей бомбе подорвался. Вот это я умный. Я вообще не знаю, что она... Может, я не, даже не наступил на нее, просто она так взорвалась. Ой, он сзади. Сзади? Я бомбу заложил. А, отвали. Ты ее пригвоздил? Почти. Пойди, подходи. Гори, гори. Ты сгоришь. Вот это он весь в огне. Слышишь, как жизнь у него тратится. На тебе еще вот такую бомбу. Вот это мы издеваемся сегодня над аниматрониками. Ой, что там так плохо? Давай прямо вот сюда. Во! И горит! И огненные гранаты, и ядовитая граната. Ух ты! Я же забыл, что я бомбу положил. Ого, его колбасит. А ты меня пригвоздил! Молодец! Так, я не буду пока возрождаться, пока он не уйдет. Как-то ненормальный. Так, все, возрождаемся. Этот исчезла у меня. Колючка. Ого, тут все горит. Че, как-то странно оно горит. Ой-ой-ой, стрёмный челик. Так, я прям в логово, ребята, иду, не боюсь. Бомба, бомба, бомба. Молодец, что ты его пригвоздил. Еще одна. Мы сейчас, ребята, заминируем здесь все ему. Ему не выжить. Еще, еще. Интересно, эти бомбы достанут до нас или нет? Все, я три бомбы заложил здесь. Все, не стреляй, стой, дай выйду. Не стреляй, не стреляй. Убегай, 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 убегай. Сколько, 40 секунд? Сколько бомбы из Counter-Strike взрываются? 40 секунд, 30? Не, даже 25, наверное, где-то секунд, где-то так. Так, берем еще оружие. Сейчас давайте Half-Life 2. Наставим ему эти бомбочек сейчас. Ой-ой-ой, жахнул. Нас не достало, это хорошо, да? Еще одна. Сейчас еще одна будет. А! Говно, блин, уничтожил. Блин, он в это время ушел, это было печально. Так, быстрее, быстрее. А я... Гранатки. Все, минируем тут все. Чик. Чик. А! Зачем же ты меня? Мы ж свои вроде бы. Так, пока не буду возрождаться, а то он меня замочит. Вот это его колбасит. Просто жестко вообще колбасит. Я тебя буду кидать. На!
Прям в него. На, отлично. Да блин, да что ж так я отлетаю сильно. Вот это оружие мощное. На, взорвалась. Так, давайте будем минировать здесь проход. Отлично, мы сейчас, короче, сделаем... Полностью здесь все заминируем. Он не мог проходить. Весь туннель. Снимай, не смотри, да. Я видел. Зараза, да это луна вонючая. Ой-ой-ой. И еще раз. Че у него жизни не тратится? Или тратится жизни? У него тратится, просто у него много очень. Так думаешь, сколько у них жизней? Так у него, у этого 100 тысяч. Ого, он жесткий вообще. А у других по 10. Получается, луна что, босс? О. Поломанная чика. Чика. А, да, голосовые связки. Еще раз. Голосовые поломанные, да, связки? Смотрим. Блин, красиво там все горит. Ну-ка, сейчас еще там две бомбы я наставил. Есть! Тебя. Не трогай, я слеплю тебя. На! Я живой. Вот давайте проверим, если я поставлю на дверь, она взорвется? Разломается, если я взорву? Не, дверь не ломается так, только выстрелами. Ушла? Дверь! Сбоел. Странные звуки издает, да? О, еще одна взорвалась бомба. Мишка. Да. Это... Ой, Мишка, игрушка. Да, помнишь, мы их собирали, я помню, в тех роликах. Давно мы еще собирали их, по 3 штуки их на карте валяется. Не трогай. Ой. Да как она взорвалась? Не трогай. Я вижу, идет. Сразу. Блин, это было мощно. Это было очень мощно. Опа. Ой, тут заминировано. Безопасный выход. Так. Ой, если я возьму админский пистолет, это жестко будет? Да. Горит уже. Есть, я убил. Я отомстил за всех подписчиков, которые он убивал. О, я знаю, что надо сделать. Что было прикольно. Как его убить? Сейчас. На тебе, я просто тебя боюсь. Это было жестко. Так, мы сейчас сделаем вот так вот. И здесь положим очень мощную бомбу. Вот так. Все. Если он будет проходить, взорвется все. Мы еще так никогда не делали. Давайте проверим, будет взрыв мощнецкий или нет. Ты видишь, что я сделал? Смотрим, что будет. Ребята, напишите в комментариях, взорвется ядерная бомба или нет. Ах ты, зараза, обманул. Нет, он идет. Идет? Идет. Блин! Промахнулся чуть-чуть. Давайте проверим. Нет, нифига. А чё? Давай еще раз. Стой, надо еще раз. Все-таки не взрывается, видите? С помощью заряда такого с Half-Life 2 бомба не взрывается. Она даже не сдетонировала, это очень странно. А он умер или нет был от взрыва, ты не помнишь? Он умер, да. Умер. Подойди, он тебя не убьет. Он когда стоит здесь, он не убивает. Да я знал, что он убьет. Многие уже ведутся на эту фишку. Ну что, ребята? А, блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Пингвин из Гусанёк, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем здорово. Всем привет. Сегодня мы решили записать очень сложный режим на карте FNAF 1. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, подрубаю я режим, it's me моды. Надеюсь, вы поддержите нас лайкосиком, подпиской и напишите классный комментарий. Ну что, Night 9, это прям нереально что-то сложно. Давайте, пацаны, мы должны сегодня затащить, внимательно,
Все чекаем внимательно. Камеру включай на Фокси сразу. Опа! Ой, это что означает? Что-то нехорошее, да? Мы поняли уже. Он уже на Фокси. Я думаю, мы уже... Все, ждем. Вот так пусть камера и будет. Уже пришел кто-то. Давай! А чё мы слились? Этот, желтый Фредди появился сразу. Да? Так, ребята, ну что, это мы специально проиграли. А, ночь продолжается? Опять. Да что такое? Это мы специально или мы не специально? Это уже такие не бывают. Так, Балун Бой стоит. Смотрим. Так, ребятушки, давайте я вам помогу. Вы тут. Ой-ой-ой. Ой, спасибо. Так, Балун Бой ушел, ждем. Не спеши, не спеши открывать. Да, не спеши. А выходите, выходите с офиса все. Ай, куяка не успел. Эй, мы живые, мы живые. Мы живые. Вот это жесткая ночь, ребята. Это просто нереально мощно. Смотрите внимательно назад, тоже приходят. Бывают фиолетовые, бывают Golden Freddy. Написано, вы не сможете. Так, вообще, двери не сможем, да, я так понимаю, в этом ролике мы открыть? Что-то жестко. Бежит Фокси! Я успел, я успел! Ой-ой-ой. Ребята, вы чё ж не смотрите? Так, не спешите, не спешите. Это чего? Да успокойтесь, аниматроники. Мы же добрые. Вот это же... Открывать? Нет, 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 нет. Там вроде никого нету, Дим. А вот с этой стороны? Не уходите. Вот это нету, наверное. О, нету никого, да. Так, подожди, надо подождать еще. Так, открываем. Ой, сзади. Сзади Golden Freddy. Ой, блин, выходи. Выходи, выходи. Да Куёка запутался. Сейчас он... Так, мы живые, мы живые. Все, ушел, заходите. Чика, Чика, быстрее, Чика. А не надо пока закрывать, да? Не надо, ждем. Внимательно чекайте двери. Ой. У Фокси бежал, а дверь была закрыта. А дверь была закрыта. Вот это жесть! Ой, да ой, что? Ой. Да что? Что происходит? Как пройти эту ночь? Да вот что такое? Ой. Да как? Ой, там кто-то стоит. А, Бонька. Ребята, это нереально сложная Фредди, ночь. Фредди, 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 выходим, выходим. Фредди. Вы сейчас проиграете. Нормально. Не проиграй, все, можем заходить. Все, а что он сзади заходит? Обычно вот тут он сидит, да, ребят? Кто знает, он в углу тут сидит. Шкатулка, шкатулку. Же шкатулку заводить надо. Ой, что я сделал? Да а, как? Не, ну мы пройдем, да, пацаны? Мы что, проиграли 100 раз? Надо 101 раз проиграть, чтобы слиться. Нет. Смотрим на Фокси, рука опущена. Так, ушел. Руки опущены у Фокси, все хорошо. Затащим. Так. Там Чика стоит. Вроде как подуспокоилась, да, все? Да. Утихомирилась. Так. Ой, СМИ опять. Подождите, а там кто-то стоит? Можно открывать двери? Там, тут так, Чика нет. Стоит. Она в углу стоит, стоит или прямо возле дверей? А, нет, появился. Ой. Да вы что, вот это они скримеров нам кидают. А, закрывай, 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 закрывай. Фух, хорошо, там пингвинус остался, пока. А, нет, гусанек слился. Нет, это гусанек. Кто я пытался? Так, Балун Бой. Так, внимательно, внимательно. Голден Фредди, Голден Фредди. А как? 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 Выбегаем. Да выходите, что вы стали? Ладно, ладно, я слился. Блин, они из-за того, что появляются в разных местах, в тех местах нельзя проходить. Я не знаю, ребята, это вообще реально режим пройти? Мне кажется, его нереально пройти. Так, для прикола, да, его сделали? Чисто для фана, чтобы мы поумирали. Мне кажется, ни разу как бы две жопы в один проход пытались засунуть и застряли. Мне кажется, пройти можно было, вы просто застряли. Не, мы не проиграли. Или проиграли? Проиграли, да, все? Ну, походу, все, да. А, ну все. Запускаем заново этот режим. Ай. Ребята, давайте все-таки мы попробуем пройти. Может, что-то легче запустить? Не, давай вот этот режим. Давай, я начинаю привыкать. Этот же, давайте, есть другой режим, называется... Давай сложнее. You can't моды. Во, мы запускали давайте. It's me моды, you can't моды. Давайте. Ты не можешь мод. Воу-воу-воу, сейчас будет что-то пожестче, наверное. Эй, ты что там сидишь? А у вас камера на Фокси? О, давайте посмотрим, какая будет ночь. А, Night 8, значит это немножко легче, да? Да. А у вас на камера на Фокси? Нет. Поставьте, я вам буду прям в глаза смотреть. Во, включил. На Фокси? Да, на Фокси. Видишь меня? Да, бегаешь ты там.
Так, ребят, пока вы смотрите на камеру, я буду здесь смотреть. Мне кажется, немножко легче, да, ночь это? А, нет. Один остался из нас жив. Я жив. Мы просто не смотрели, видите, сзади окно, надо туда тоже чекать. Я танцевал на камере. Да, получилось? Да, там у кого-то успел. Я закрываю, я успел. Я успел. Уже две двери, где мы закрываем. Да, отлично. Так, Фокси стоит, музыка играет, все сходится. Дима, ты меня видишь? Я танцую. Да, вижу, только у меня постоянно каждые 5 секунд скример какой-то вылетает. Так, открываем. У вас... Ой! Закрыл! Фокси! Ладно, шучу. Шучу. Фредди сзади Фредди! Я шучу. Ребята, я люблю пошутить. Так, открывайте, вроде бы. Так, подходят. Можно. Молодец, Куёка, ты молодец. Ой-ой-ой. Глюки. Так, никого нету? Да пока нет. Все спокойно, да? Ну, это поспокойнее ночь, честно скажу, полегче будет. Потому что та прям вообще нереально. Ну, давайте, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы попробуем пройти все-таки ту ночь. Фокси руку поднял, приготовьтесь. Да, хорошо. Скажешь, когда будет бежать? Хорошо. А я увижу по камере. Ой. Молодец. А, блин, скримеры задрали. Реально задрали. Так. Я смотрю за ним, Бежит. Ух. У нас, короче, этот иноагент там стоит. Чекает. Зато один из нас остается жив, и таким образом мы можем пройти. 2 часа ночи у меня отображается, что сейчас. Просто там, где отображается время, у меня вебка наложена, поэтому на записи видно не будет. Санёк, ты что там танцуешь? Да танцую, мне нормально, у вас там бонька слева. Никого? Кого? Там Бонни вот стоит. Слева. Я вижу. Он так не убьет, можно открывать. Ой, блин, я уже дергаюсь за каждым скримером. Так, нам энергия должна хватить, надеюсь. Должно. Представьте, пройдем эту ночь. Напишите в комментах, пройдем мы эту ночь или не пройдем. Хотя бы, чтобы у нас время хватило, да? Хотелось бы, чтобы это отобразилось. Ой. Скримеру такого фиолетового человека пиксельного. Хотелось бы, чтобы отобразилось, что мы пройдем. Откуда? Кто с кем? Все, короче, давайте я буду отвечать за левую дверь, а вы за правую, потому что мы так путаемся. Кто-то вообще за шкатулкой. Ах, третий за шкатулкой. Фокси, заводите шкатулку. Фокси руку поднял. Скажешь, когда будет бежать. Хорошо. Заводи шкатулку. Так, ну что, если кто-то ушел оттуда, открывай калитку. А, закрывай. Молодец. Ух. Она еще не сразу закрывает. Фокси, открывается Фокси. Не сразу. Че закрывается, когда есть, ребята, опоздание, немножко переживать начинаем. Так, смотрим, кто там. Так, никого, можно открывать. Отлично. Ой. О, гусенек умер. Иноагент погиб, пацаны. Ничего страшного, я воскрес. А шкатулка вообще заводится или нет сейчас? Или ее не надо заводить? Жалко этого. Ой, сейчас знаете что? Я пойду посмотрю, вылазит там. Или пиздрихает, или не вылазит. Интересно, умру я. А! Блин, не пустила. Вот, блин. Так, давайте проверим, тут кто-то стоит. Открывай, я пойду. Ой. Так. Она не вылазит, нема ее. Перебежишь левую дверь, чекай. Она сидит, просто сидит. Когда голова начинает вылазить, она надо. А мы живые, отлично, ребята. Видишь, профессионалы ушли с офиса и сразу начинают погибать, пацаны. Камера-то стоит на Фоксе, они даже не чекают. Ну ничего, зато у нас энергия еще полная. И время уже не идет у меня. Может, мы уже проиграли? Да нет. А ну да, нет. Это начнет отобразиться, бывает как-то с опозданием. Двери, вы что, не умеете двери закрывать? А что, двери нет? Видишь, Дима, так... Да это потому, что ты стоял клацать, надо было отойти и подойти, надо тайминг делать. Мы живы, я видел, кто-то один из нас остался жив. Позастревали в друг друге, как всегда. Господи! А что это было? А как так-то? Все, мы проиграли. А мы сейчас проверим, будут они идти или нет. Ну, он, блин, троих прирезал, представляете? Нет, они идет! Ночь идет, отлично, ребята, слились, ну, проходим. Такое разве бывает? Я не знаю, бывает. Блин, да смотри, психи какие-то. Ого.
Так, чекаем, кто-то стоит там. А ну, смотри. Надо шкатулку унести. Нет, там никто. Никого нету, открываем. Я слежу за ходом. Уяка, надо отойти от двери и подойти, туда она закроется. Когда ты просто стоишь возле кнопки, она не сработает. Тут у тебя нюансы, надо просто знать на этой карте. А, правда. Фиолетовый Фредди там у вас слева. Я вижу, он так не убьет нас. На, подлец я такие. Ого, стекла отлетают. Раньше так не отлетали стекла. У меня, кстати, пятна не остаются, удары. Ну да. А тут? Вот тут остаются. Очень странно. А! Да как мы проходим? Да что вы не чекаете ничего? Я в шоке, играю с профессионалами. Марионетка, Дим. Один стекла бьет. Второй камерой клацает. Третий проигрывает. Ребята, все четко, команда профессионалов. Если вы хотите в нашу команду... Заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, любой может зайти с нами и записать. Ребята, энергия прям дебела села. Да? Да, смотри, батареи сколько. Совсем чуть-чуть. Кстати, мы походу уже проиграли, марионетка залазит обратно. Ты думаешь? Ну давайте проверим. Че, мы опять не прошли? А, значит дается все-таки несколько жизней, да? Да. Не давалось. Все, тишина, да? Да, все. Ну блин, а как нам пройти? Все, давайте, ребята, включаю еще один режим. Сейчас мы обнулим карту. Короче, мы никакой режим пройти не можем, но попробуем. Вот, ребята, секретная комната, где можно настраивать аниматроников. Вот искусственный интеллект по левелам. Давайте сделаем просто левел 20. Так. Все, все активно. Давайте тоже активируем. Этот активируем. И... А это надо запустить. Давайте проверим, запустится или нет. Так, не запускается, да? А ну вот это вот. Запускаем. Не запускается. Хорошо, давайте. О, запустилось! Все, ребята. Короче, кастум моды. 20-й левел аниматроников. И все активировано. Полностью все включил, пацаны. Дима, ты псих. Да чё, я не сильно. Я не сильно псих. Ого, уже с двух сторон! Так, короче, в следующий раз мы, когда будем записывать этот режим, я поставлю средний режим и попробуем на среднем пройти, потому что самый сложный, мне кажется, это прям жестко будет. Ну, постараемся. Мы постараемся. Фокси сейчас будет бежать. Да, надо камеру эту включить сразу. Она так включается. Фокси бежит. Молодец. Камера крутится, надо не ту камеру нам поставить. О! Блин, а чего раньше не крутилось, сейчас крутится? Наверное, другая какая-то камера. Не та, это не та. Бутылку заводить не надо. Надо. Короче, пусть вот эта камера будет стоять. Или вот эта. Во! Фокси бежит! Да. Успели, ребята, закрыть. Ох, их сколько сразу приходит. Сразу видно, кастомная ночь моя. Называется хардкор. Ого, ты что, двери нельзя открыть, что ли? Да ну зачем ты открыл? Кто открыл двери? Они же стояли! Фокси бежит! Я успею, не ссы. Хорош. Закрыл. Отлично, молодец. И опять Фредди стоит справа с Фредди. Я понял. Так, Пингвинус, если ты не знаешь, то не открывай двери. Ты не профессионал, как мы. Ты открываешь рано двери, надо ждать. Надо ждать еще секунды 3-4, когда они уходят. Но сейчас никого нету. Теперь можно открыть. О. Он же пингвин, у него бежит Фокси. Бежит. Да Фикси. Сколько можно бегать? Он сейчас снова будет бежать. Опять? Да, руку поднял. А, нет. А, нет, он передумал. Я увидел на камере, он передумал. Ты на столе стоишь, я вижу. Так, они прям с двух сторон. Нема никого, Куёк? Куёко, ну не прошло же 3 секунды. Значит, надо было, что 5 прошло. Да хватит, аниматроники атаковать нас. Дима, я получается понял. Когда я открыл дверчика появилось. Да, я понял, что это так и произошло. А ты что там сидишь? Давай я тебе помогу. А я смотрю, там где этот не был. Голден. Так, все спокойно. А, Фредди стоит. Фокси! Ё-моё, дверь открыта! Блин, в это время... Ой-ой-ой-ой! А чё все умирают? А, не, один остался живой, да, всё-таки? Да, закрывайте двери, все! Ну, закрывай двери! Это жестко!
Ой, там Фредди стоит. Да, ребят, такого, знаете, хардкорного еще... Фокси. ФНАФа у нас не было. Это прям сложнейшая ночь. Сложнее не было еще. Прям сильно. Это 99-я ночь была. Нападаются, лезут, что-то от нас хотят. Вроде бы нема. Нема? Да. Шо? Фокси опять бежит. А мы двери не открываем даже, какой в этом смысл? Опять пришел, да смотри. Дима, прикинь, только что хотел открыть дверь утечек. Не надо. Кстати, на этой ночи что-то марионетка не вылазит. Зря ты это сказал. Упс. А! Пришел Голден Фредди, в уголку сидел. Фокси бежит. Я успею. Я не успею. Вот это жесть. Быстрее! Да хорош, аниматроники нас убивать! Быстрее, там сейчас у вас все плохо будет. А все хорошо, мы закрыли калитки все. Все? Все. Фокси бежит. Давайте, ребята, посчитаем, сколько раз он уже в этой ночи прибежал. Мне кажется, уже раз 10 точно. А может даже и 15. А может и 16. А может 17. Поджопника хотел дать, ну и дал. Так, стоит Фокси. Ой, Чик. Бежит. А, дверь закрыта, она бля. Тут в двери-то невозможно открыть. Это Чика уже стоит тут полдня. Там Фредди еще. Опа. Он то идет, то не идет, то руки опускает, то поднимает, танцует, стоит. Так, открывай дверь. Открыть. Откуда ты взялась, морда синяя? Вот так само, Дима, и у меня было. Ай! Это нереально! Живем еще. Живем? Мне кажется, опять проиграли. Не-не-не, Бонька стоит. Ай! Ну все, я понял, мы именно профессиональные. Я закрыл! Я успел в последних щах. Хорош. Да, я знаю. Ладно, я хочу с вами побыть. Я уже отработал свое. Да? Не-не-не-не-не. Так мы тогда вчетвером умрем. Нет, мы не пустим тебя, жди. Мы сейчас только откроем двери. Давай лучше с другой стороны, чтобы Фокси не прибежал. Бежит, не открывайте. Я знаю, что эту сторону лучше не открывать. Ты ненормальный вообще. Всё, откройте, мужики. Откройте. Мы проиграем. А дверь сразу не закрывается, подлец. Такая тишина сразу, отдыхай. Опа. Пацаны, сейчас одна из такая мелочь. У нас батарея сейчас сядет. Фокси побежал. А как нам открыть двери, если они бегут постоянно? Никого нету, можно открывать. Да никого не было! Ну не было никого, ну я видел. Ну все, я съем. Да нет, не все, мы уже все. Жопы нюхаем целый день. Да вы что застреете в огне? Все. Очередной раз. О нет, еще нападают. Короче, я выхожу с этого офиса вонючего, ну его нафиг. Только не открывай, стой, не открывай. Так, никого нету, да? Открывай. Фух, я уже боюсь там сидеть, это офис ужасов. О, кто-то умер. Куёка, молодец. Открывайте двери и выходите, будем тут стоять. По приколу. 4 часа, может, пройдем все-таки? Ой. А мы живые, мы живые. Ну чё, аниматроники, мы поломали систему. Так, живые. Живые. Отстаём тут, коридорчики встали, чекаем. Смотрите, сколько раз они приходят. Нам что главное, пройти. Живые. Живые. Ни о чем. Вот, слушайте, а тут прям в зале нормально где. Живые. Ох, ты что, они приходят и уходят. Прикольно вы сели. Так, блин, ну хорош, аниматроники. Так, 4 часа. Еще 2 часа нам прожить, и мы пройдем. Дим, посмотри направо. Вы психи какие-то. Так, блин, ты смотри. Нереально приходят. Опа, Чика пришла.
А ну подойдите к ней, убьет или нет? Не-не-не-не. Фокси, ты уже сколько раз пришел? Фокси уже пришел раз 20. Чика. Может даже 25. Так, пойду я прогуляюсь. Опа, Фредька стоит. Вот это жесть. Только скримеры, скримеры за скримерами. Давайте будем смотреть, как Фокс себе. О, ты что-то новый скример. Да ты смотри. Да нет, 20 левел, это вообще нереально выжить. Подойди, он тебя не убьет. Он когда стоит здесь, он не убивает. Да я знал, что он убьет. Ноги уже ведутся на эту фишку. Ну что, ребята? А, блин, мы сейчас пройдем. Мы по идее сейчас пройдем. Так, я специально не буду проигрывать. А как? Как? Тихо. Да вы задрали морды. Есть. Да ну-ка. Ну, блин. Да сколько можно убивать нас? Все, я пошел. Работайте сами. Тут, смотрите, даже секунду прожить в офисе нельзя. Секунду. Дима, выбегай давай, быстрее. Есть, есть. Я так боюсь уже этот ФНАФ, это очень стрёмно. Так, все, сейчас пройдем. Все будет 6 часов, и мы затащим. Надеюсь на это. Ну да, раз они идут, ночь продолжается. И Фокси приходит, Чика приходит. Голден Фредди приходит. Мы проиграли! Мы не прошли эту ночь. Но попытка была хорошая, да, пацаны? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Все разрушили. Но больше никто не играл в проклятый.